И опять в Сочи. В Дагомысе вышла река, никогда маленькая, из берегов и затопила все вокруг. Люди говорят о том, что ну как так, вот маленькая речушка, просто в горах прошли дождики, дорогие друзья. И это печальные кадры, как отдыхающие приехали и смотрят теперь в окно на утопающие свои машины. И, пожалуйста, магазинчики уносят торговые точки с мороженым. Такая вот печальная картина открылась с утра перед глазами жителей и гостей Дагомыса. К большому сожалению, это уже не первое подтопление в этом году, в этом сезоне. Но это, в принципе, обычная ситуация. И когда люди видят такие как бы широкие русла рек, но там течет маленький ручеек, знайте, что вот такие вот бешеные потоки воды могут появиться за секунды. Просто вот при хорошей погоде. Может быть, где-то прошел в горах этот дождь, и они несутся, снося все на своем пути с огромным количеством грязи, камней, палок, мусора и унося все это в море. Сколько теперь еще нельзя будет купаться? Большой вопрос. Самое главное, чтобы обошлось без жертв. Ребята, делайте репосты, чтобы люди знали, что у нас происходит на юге. Спасибо всем за просмотр. Если хотите оставаться в курсе, подписывайтесь на канал «Бедные машины». Сколько людей утопило их здесь.